Яны змагаліся за радзіму. У пасёлку Чонкі Гомельскага района перапахавалі астанкі ваеннаслужачых Чырвонай арміі. Праводзіць герояў вайны ў апошні шлях прыехалі дзясяткі людзей. За ўрачыстай цырымоніі назірала наш карэспандэнт Ганна Каральчук. У чэрвені гэтага года ваеннаслужачыя 52-го асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна праводзілі палявыя работы на тэрыторыі Бабовіцкага сельсавета. У работах таксама прымалі ўдзел члены клуба «Пунцовыя пагоны» Гомельскага гарадскога кадэцкага вучылішча. У ходзе раскопак былі знойдзены астанкі 68 вайскоўцаў Чырвонай арміі, якія загінулі ў 1943 годзе пры фарсіраванні ракі. У нас было 5 аб'ектаў, на 3 з которых былі абнаружаны астанкі: Чкалава, Красная даліна і так называемая Квадратная роща. Это уже третья наша вахта памяці, начиная з 2016-го. Ежегодно в июне месяце мы участвуем в раскопках с гумиром красноармейцев. Связано это с тем, что большое количество солдат осталось еще не погребенными. С 43-го года, когда здесь проходила линия немецкой обороны, так называемый Восточный вал. Дякуючи знойденным узнагородам одного из загинувших, специалисты смогли вызначить полный список имен солдат. Состав этого похования находился у архивах Министерства обороны Российской Федерации. Останки належат военнослужащим 65-й армии генерала Паула Батова. Восстановление исторической памяти в чем же и заключается? Узнаем больше именно по истории. Мы узнаем то, что на самом деле происходило в то время. Нам ее не кто-то рассказывает, знаете, как вот в каких-то дешевых фильмах. Мы узнаем больше, поднимая эти архивы, узнавая именно то, что на самом деле происходило. В нем много героического на самом деле. Много людей, которые внесли большой вклад. И они на самом деле, они герои, они все герои. От генерала до простого солдата. У братерской могиле у Чонках отдадены земле останки 49 героев Великой Отечественной войны. Сярод их уродженцы амаль усіх краін былога Советского Союза. Многие лечились пропавшими без весток. Родные солдат, семья яких удалось установить, приехали у Гомельский район на урочистую церемонию. Поисковая группа нам сообщила, что нашли среди вот этих воинов есть один азербайджанец, фамилия его Абдуллаев Иса. И вот как мы узнали об этом, естественно, откликнулись и начали тоже искать. Сейчас его родственников ищем, сообщили Азербайджан, и будем сейчас с посольством связываться насчет этого. В этом году уже один человек мы захоронили. Ну, находят много, ну просто мы не знали об этом. Сейчас вот близко сработаем поисковой группой. Другая частка знойденных останков будет перепахована 16 кастрычника у вёсцы Старые Дятловичи. Ганна Каральчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».